дороге. У нас есть село Лядово. Налево поворот, поедем на берегу Днестра и скальный монастырь. Посмотрим. Лядово 5 километров. Более целее асфальт с разметкой. Такой кордон на смуга. Все цветет. Красиво. Дорога даже очень хорошая. Развивочка. Прямо с того Кременне. Вон там грунтовая грязевая дорога. Дорога прямо прошла в само село. К монастырю. Идет левее. Все грунтовка. После дождя грязь. Немножко подсыпали. Дорога полевая, опять после дождя. Тут 700 метров. Очень невесело. 700 метров сюда. Те колеи. Машина туда-сюда. По колеи носит. Пытаюсь мне ехать. Днищем не цепляет, но ее стягивает. Здесь он получше немного. Спускаемся уже вниз, тут немножко усугубилось все. Тут уже только в колее можно ехать. Как по льду. Здесь подсохло. Так, поворот у нас вниз. Ты заедешь куда? Непонятно. В принципе, здесь накатано, попробуем ехать. Так, тут, конечно, с низким клиренсом напряг едется, в принципе, более-менее. Спустились на какую-то территорию. Классика, пойдем смотреть. Непонятно, в общем, или чей-то двор, или территория чего-то. Пасека. Вниз туда к монастырю дорога. Мы пойдем посмотрим вид на Днестр. Подходим. Такая смотровая площадка, лавочка. Туристы перекус. Да? Полдень уже. Такой шикарный вид. Красота. Речка углубляется в наш берег. Это пятачок уже, территория Молдовы. Там на реке это дамба. Да, там реально огромная пещера. Слева на реке остров. А это монастырь, наверное. Да нет, там монастырь ближе. Ну, какой-то еще монастырь. У нас справа. Пойдем к нему по отдельной тропе. Там много пещер. А вот на том скальном выступе есть такой вход, похож на грот. Спускаемся к монастырю. Тут даже не тропа, а дорога. Далее идут ступеньки. Это цивилизованно. Спускаемся и выходим в монастырь. Это построенный на скале. В
храм на первом этаже. Храм закрыт. Идем в скальный монастырь. Там вход в храм в скале. Там сейчас батюшки. Не будем беспокоить. Сегодня праздник все-таки. Сверху такое сооружение. О, грязь. Село Ледово внизу. Вау. Сверху колокольня. Справа тоже пещерный храм. Сзади там в стене братская косница. Так, здесь закрыто. Как раз туда в обвал ступеньки идут. Налево уходит дорога в село. С села можно подняться сюда. Еще есть какая-то тропа вверх. Пойдем посмотрим. Поднялись на стену. Здесь, наверное, келья монаха. Люди заходили в комнатки, печка. Топят кошка. Так, еще вид на село и Днестр. Вот сам пещерный храм. Да, сейчас идем. Сейчас идем. Тебе жарко? Отодень на голову. Поднялся с таким напрягом. Оно мокрое после дождя. Пробуксовка идет. Поэтому лучше на легковой машине в такую погоду в село. Сейчас поедем посмотрим, как с села подъезд и подход к монастырю. Спуск в село. Здесь дорога отличная. В отличие от того, что мы только что ездили. Цивилизованная стояночка, подъем храма. Дорожка вон она, дымается. Мы сверху спускались.
Здесь цивилизованно поставил машину и пошел. Можно подъехать на берег Днестра. О, наш пограничный столб. Уже граница. На том берегу уже Молдова. Где можно подъехать так близко, еще и выйти. Столбику можно подъехать. Прогуляемся еще на берегу Днестра. Пограничный столб. Вид на скальный монастырь, где мы были только что. Такой равнинный берег здесь. Ну что, купаться будем? Ну, может, это такая вода не совсем чистенькая. Там дальше, наверное, похуже, там получше будет. Жабки. Да, можно переплыть сразу в Молдову. Без ПВР-тестов. И рядом находится, так понимаю, вертолетная площадка. У кого есть возможности, можно на вертолете прилететь. Подошли к этому скальному выступу, где грот. Сюда идет такая вот грунтовка по берегу. Тут она нормальная, но само села там в эти коли в воде глубокие, непонятно, чтобы зря не застрять. Прошли пешочком. Где-то 15 минут получилось села. Часть проехали. А часть вот пешком за 15 минут мы дошли. Попробуем подняться. Войти в этот грот или пещера. Тропы нет. Идем на пролом. Тут трава. Кусты, трава. Такое проходимое. Цветочки. Все пахнет. Кстати, там вот парашютист летает. Или параглайдинг это. Даже двое. Это классно. Летаешься на высоте над берегом. Впереди у нас, по-моему, дамба или гидроэлектростанция через Днестр. Поднимаемся выше. Здесь что-то похоже на тропу, немножко подзаросла, но вот по-чистому идем ближе все. Открылся вид, судя по мощной линии электропередач, это гидроэлектростанция. Может, конечно, я ошибаюсь, но похоже. Низменность на том берегу, красиво, все зелено. Видно монастырь. Подошли вплотную. Вот как будто бы высечено вручную. Обсыпается. Куча насыпи внизу. Шли по этим камням. Попробуем подняться выше. Птицы вылетают. Живут там птички. Вышли. Тут есть тропа. Прям под стеной. Попробуем по тропе идти вдоль. Так, обходим такой выступ. Ого! Грот. Метров. Наверное, 5-6 и углубление. Крест. Прохладненько. Дальше еще что есть. Еще вот. Oh.
кастрик тут палят. Так, а дальше уже тропа уходит наверх. Вот вид на монастырь. Мы были на смотровой площадке, как раз увидели этот грот большой. Решили прийти попробовать посмотреть. Красота. Подниматься тяжело по траве и осыпи из камней. Спускаемся обратно на дорогу. Так вот выглядит спуск наш по траве. Уклон такой приличный. И дальше вот по дороге идем всего. Машину оставили где-то за поворотом. Смогли поехать по этой грязи, чтобы не застрять. Начинаем спускаться. Погнали!